Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. В Стамбуле задержаны 8 человек из Казахстана, Азербайджана и Турции. В ходе операции было выявлено, что в прошлом году они насильственно держали в плену, принуждали пыткам бизнесменов родом из Азербайджана и России. А их активы и криптовалюты, на сумму более 1 миллиона долларов в Дубае, были конфискованы под дулом пистолета. Оружие, которое предположительно использовалось при пытках и различных травмах, было изъято на чердаке дома и внутри стиральной машины по тому же адресу. За кулисами мероприятия стоит лидер преступной организации Казахстана Дикий Арман, который задержан в этом году во время протеста в Казахстане. Именно в его резиденции держали бизнесменов в плену. Утверждалось, что 8 задержанных это были люди Армана Дикого. Дикий после инцидента скрылся за границей и находился в розыске.